Друзья, всем добрый день, на связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Понедельник, время готовится к торговой неделе, поэтому погнали. Американский доллар продолжает свое движение в боковом диапазоне, это накопление потенциала, накопление энергии. Мне очень нравится то, что на провалах мы видим, что пытаются откупать. И вот в данном случае пытались удержать цену, много продавали по рынку, но как бы цену сильно не продавили вниз. Здесь... Плюс-минус подобная ситуация, да, но здесь много продавали, и цена все-таки размазана, то есть размазали вниз, Пустили все-таки цену, но, как вы видите, внизу побольше кластера появлялись. Это еще не повод смотреть вверх, но это как один из факторов того, что все-таки лимитный покупатель присутствует. Он поддерживает цену. Поэтому есть все шансы на то, что достигнется диапазон 95,5, 95 ровно. И вот там мы уже увидим лимитного покупателя в полной мере и откуп рыночными покупателями вот тогда на других активах у нас и появятся отличные возможности для шарто, потому как пока американский доллар находится в боковом диапазоне, то все остальные активы показывают плюс-минус свою динамику, реагируют на свои новости, не показывают там однонаправленного движения. Так, давайте посмотрим теперь европейскую валюту. Евро. По евро сценарий не меняется. Мы находимся в в таком достаточно узком диапазоне. Очень сильно хочется увидеть пробой локального максимума да, э, Выход на стопах шартов, ну на закрытие шартов. Э, выход чуть выше к отметке 1.14, 1.15 да, э, в этот диапазон, и там уже рассматривать э, вход на продолжение снижение. Напомню, что ФРС. Э, на последних минутках ФРС, на последнем протоколе, они э, говорили о том, что будут ужесточать, скорее всего, уж будут ужесточать монетарную политику еще более быстрыми темпами. То есть уже в марте закладывается повышение процентной ставки, рынок закладывает. Соответственно, это только усилит дисбаланс между монетарными политиками еще больше, и таким образом евро может без проблем провалиться к 1.10 в ближайшее время. Соответственно, пропустить эту ситуацию не хочется, но и э, лезть э, прямо вот сейчас с не очень выгодных цен э, в рынок тоже. Поэтому э, я буду дожидаться момента обновления локального максимума и образования там точки входа. Если ее не будет, окей, э, пропущу это все. Если она появится, я воспользуюсь шорт э, short идеи как раз для того, чтобы поработать вниз. Судя по сот-отчетам последним, по евро 4000 контрактов в лонг, 12 тысяч контрактов в шорт было набрано со стороны хеджеров. 12 тысяч контрактов в шорт они набрали. То есть они как раз готовятся к этому событию, к событию, что ФРС будет ужесточать монетарную политику, а ЕЦБ еще нет. Это будет вот такой небольшой временной лак в их политике для того, чтобы заработать на снижении. Так, следующий это у нас швейцарский франк. Пока здесь в среднесрочных позиций лично я не, не рассчитываю их открывать, разве что добирать спред между евро и швейцарцем. Сильно хотелось бы, чтобы в момент, когда евро будет где-то вот болтаться в середине диапазона, швейцарец был в районе своего локального максимума, но пока по Швейцарцу ничего интересного. Хеджеры как шорты, так и лонги открывали. Там не особо крупные объемы. Поэтому пока четкого направления нету. А, окей, дальше у нас австралийский доллар. По австралийцу сильно ничего не поменялось. Судя по сот, отчетам, 200 контрактов лонгов было открыто и закрыто 2400 контрактов. Соответственно, у нас на позиция у хеджеров выросла. Таким образом, лонг приоритет. Продолжает сохраняться. Я считаю, что э, валюты сырьевые будут показывать хорошую динамику в ближайшее время. Э, и э, вот как раз новозеландец у меня на первом месте, австралиец на втором и канадец на третьем, так как канадец сильно зависит еще от нефти. вот По австралийцу хеджи по-прежнему удерживают сильную позицию лонговую, и э, поэтому есть смысл как раз э, тоже рассматривать лонги. Так, окей, э, по соточетам поговорили, э, по ну новости там будут, статистические данные будут выходить, но оно, они не супер сильно будут влиять. Э, пока не забыл, в среду ж готовится, я там подслушал, подслушано, подслушано в ТВТ, э, подслушал, что в среду готовится анонс, э, что-то будет интересное для пользователей э, платформы ТВТ, какой-то сюрприз, поэтому следите внимательно, не пропустите. Там что-то очень интересное. Так, новозеландец. По новозеландцу аналогичная история, как и по канадцу. Мы с вами уже так, вторую неделю говорим о том, что есть смысл среднесрочно рассматривать лонг-идею. Стопы у нас, конечно же, чуть ниже локального минимума, но есть смысл как раз их чуть ниже, прям ниже, с расчетом на то, чтобы добрать позицию как раз вблизи вот этого локального минимума. То есть, таким образом, рассчитывать свой риск менеджмент, чтобы э, сейчас взять, к примеру, э, чуть провалиться, еще добрать вблизи минимума, и, ну, потому что на текущий момент хеджеры по-прежнему накапливают лонг да небольшими порциями, да, по чуть-чуть-по чуть, чуть но накапливают. Поэтому лонг-идея в целом она еще актуальна. И вот Зеландия чувствует себя намного сильнее остальных. Напомню, что Резервный банк Новой Зеландии они, э, повысили процентную ставку одни из первых, и, соответственно, для керри-трейдов это прям супер-возможность. Я вот просматривал скринер для открытия кэри трейдов и «Новозеландец» там на втором месте. там На первых местах, конечно, развивающиеся страны, но если брать минимальный риск, меньше риска, чем для развивающихся стран, то «Новозеландец» на втором там на первом что-то из Скандинавии. Окей. Дальше у нас канадский доллар. Канадский доллар аналогичная история, как и с Австралией, Новой Зеландией. Но здесь хеджеры уже закрывали позиции. Давайте дождемся, пока откроется график. Не знаю почему. Скорее всего, из-за интернета долго переключается. Да, вот. По канадцу. Идея отрабатывает себя, плавненько двигаемся вверх, нефть пошла, канадец пошел, хеджеры удерживают лонги, удерживались, сейчас чуть-чуть закрывают, поэтому по канадцу еще вот вялое движение будет происходить, но я не думаю, что оно будет сильно длительным, то есть если сейчас открываться, то уже поздно, да, внутри дня еще есть смысл поработать в лонг, но среднесрочно уже здесь весь потенциал, половина потенциала отработана, соответственно, соотношение риск-прибыль будет не очень хорошим. Лучше, лучше все-таки уже дождаться шорт идею, поторговать пока другие инструменты. Пока по канадцу не очень все благоприятно, не самые благоприятные обстоятельства. Британия. В Британии будут выходить данные по промышленности. Мы с вами рассматривали PMI, промышленность в целом как растет, ВВП. Все в Британии лучше ожиданий выходит. Они чувствуют себя лучше, чем Европа. Соответственно, на фоне где там британец против европейской валюты, там спред, этот кросс, точнее, растет хорошо. Ну, все познается в сравнении, да, в кроссах. Поэтому, где лучше обстоятельства, там и, и кросс будет двигаться трендово в ту сторону. По поводу Британии еще. Они также подняли ставку, и это тоже хороший плюс для кэрри трейдов. Судя по сот отчетам хеджеры, хеджеры, хеджеры закрывали лонги, открывали шарты. То есть, они использовали это движение вверх для того, чтобы как раз переворачивать свою позицию. Ну, на самом деле, движение произошло хорошее, да, это 400, ну, почти 400 пунктов, 300, ну, 400, да, практически 400 пунктов прошли, 4 фигуры, и ну, неплохое движение, как по мне. Я считаю, что плавное движение еще добьет э, британец как раз к уровням объема за декабрь 21, за март 21 года. Да? И как раз в этот момент американский доллар провалится ниже своего э, диапазона. Там сформируется область поддержки. И а здесь сформируется область сопротивления. И таким образом как раз это будет хорошая возможность э, поспекулировать еще и в шорт по британцу. Дальше. Японская иена. Для японской иены, если вы помните, я писал в Телеграме, что момент, когда доходность по облигациям американским растет, для японской иены это хорошее время. И вот обновление локального минимума предыдущего, это как раз это прошлый понедельник, если не ошибаюсь, ровно было. Вот обновление предыдущего минимума вместе с ростом ставок. Это прям странно. Это такая дис... дивергенция. да? Это повод поработать на схождение между этими показателями. Не, не то чтобы прям на схождение работать, продавать там что-то покупать нет. Просто есть опережающие индикаторы, которые указывают на то, что есть высокая вероятность, что по японской иене будут японскую иену будут покупать, и вот таки происходит. Хеджеры накапливают лонг по японской иене за предыдущую неделю 27 тысяч контрактов лонгов было открыто, 10 тысяч контрактов шортов было еще открыто, но на эта позиция она уверенно растет. Соответственно, по японской иене есть смысл рассматривать лонг и есть смысл его как раз накапливать моменты, когда у нас происходит дисбаланс продаж, да, вот это прям отличный пример, когда у нас идет выход продаж. Вот произошел пробой предыдущего минимума, вот здесь, да, цена себе падает, ничего, ничего интересного не происходит. И здесь на минимумах начинают много продавать, и под закрытие свечи откупают это все. Соответственно, вот это вот выход продаж, реализация предложения и, скажем так, включение спроса. Подключился рыночный спрос, выкупили это все. Поэтому я считаю, что по японской иене, вот плюс-минус на таких провалах, есть смысл как раз ä, накапливать лонг. Лонг uh, приоритет здесь сохраняется. По валютам все. Давайте посмотрим, что у нас еще интересного. Mm, криптовалюты провалили. Ну, биткоин, эфир, там все провалило, свои локальные минимумы. Биткоин провалился ниже отметки 46. Это, конечно, круто. Давайте мы посмотрим. Uh, Candles. Так будет более наглядно, потому что на кластерном графике здесь большой объем прошел на продажу, и это все сейчас перекрывает по сравнении, да? все в сравнении, все же сравнение, все перекрывает текущие кластера, и у нас они практически пустые. По биткоину я считаю, что отметка 40, она, плюс-минус отметка 40, она устоит. то есть на текущий момент присутствует лимитный спрос вблизи отметки. 39 39 500, то есть там будут принимать объем. Если вы помните, то мы а, где-то вот здесь говорили о том, что основной лимитный спрос в районе отметки 36. Он чуть-чуть подвинулся, в район 40. А, и а, есть смысл как раз рассматривать а, спекулятивные лонги, не среднесрочные. Спекулятивные лонги вот этой области, потому что а, большой объем на продажу прошел, много ликвидаций происходило на и на маржинальном, и на ну, на, на маржиналочке происход... прошло много ликвидаций, много объема было реализовано, продано. Соответственно, это кто-то принял. И а, основное, конечно, много было по эфиру. Я, например, считал, что эфир покупают для того, чтобы э, ноды свои стейкать в ноды. Э, и а там, там два года плюс ну, на год два есть смысл только открывать эту ноду. Но много было продано эфира как раз вблизи отметки 3,200-3100 в 3 много продавали. Я считаю, что для того, чтобы разгрузить эту позицию, лимитные участники будут подгонять цену чуть повыше. Соответственно, есть небольшой потенциал. Движения, есть потенциал движения вверх. По биткоину это отметка в районе 50, по эфиру в районе 3,704 вот в этот диапазон. И э, это все как раз ближе к концу января, потому что дальше у нас начинается, ускоряется тейперинг. Да, э, на этой неделе Павел будет еще выступать. Я уверен, что его будут спрашивать по этому вопросу. И он больше конкретики даст, больше комментариев. Но в момент, когда будет ускоряться когда будут ужесточать монетарную политику, крипта будет очень плохо себя чувствовать. Поэтому, если не хотите рисковать, то лучше дождаться момента, когда будет небольшой отскок, и там уже начинать работать в шорт. Вот, чтобы не работать против тренда. Я считаю, что до мая месяца по крипте не самое благоприятное время для среднесрочных, долгосрочных покупок. Дальше у нас золото да, там была в какой-то момент корреляция биткоина и золота, но на текущий момент биткоин больше коррелирует как раз с фондовым рынком, с акциями, как рисковыми активами, а не защитный актив от инфляции. Инфляция уже у всех на втором плане, потому что уже инфляция не так растет. По золоту тоже не самое благоприятное время для покупок, э, в моменты, когда хоть и сезонность указывает на то, что золото будет э, чувствовать себя хорошо в ближайших полтора месяца, но вот э, рост ставок, потенциальный рост ставок, ужесточение монетарной политики, это нехорошо будет сказываться на курсе золота, поэтому я бы э, не спешил здесь покупать. Нефть по нефти, шорт, приоритет сохраняется, я планирую нефть. Э, увеличивать свой шорт от уровня объема за декабрь 2021 года, если появится раньше точка входа, хотя вряд ли, то э, раньше, но идея как раз в том, что вот этот э, импульс, он происходил э, на эмоциях, да, там заговорили об, о, о микроне, о том, что э, в Африке эпидемия очень быстро распространяется, вирус, поэтому э, вот на эмоциях было сильно распродано и текущий импульс нисходящий он уже перебит да и вот здесь многие те кто сиде сидели в шартах они будут закрывать свои позиции таким образом будет реализация рыночного спроса и мы видим что много покупают много и плюс э, в следующих несколько месяцев у нас будет низкий сезон по нефти поэтому я считаю что есть смысл рассматривать э, шарты это сильная область 81 84 вот здесь будет сложно пройти так, но вот мазут. Мазут там, конечно, двигается отлично. И в ближайшее время может появиться точка спреда между Мазутом и нефтью. Да, если мы сейчас дойдем туда. Так, окей. По нефти еще в ближайшее время стоит дождаться решения ОПЕК Плюс. Они будут пересматривать свои прогнозы спроса предложения на ближайшее время и я считаю что все-таки пересмотр будет в пользу э, увеличения предложения нежели спроса там э, сша достаточно активно наращивают и последнее давайте да посмотрим фондовые индексы дальше уже по чуть, -чуть будем спреды там посмотрим М -м по фондовому рынку на этой неделе будут выходить данные по инфляции на этой неделе будут выходить данные по э Розничным продажам это важно для американской экономики. Напомню, что она импортно ориентирована. Ну, точнее, там больше сервисов и услуг составляют большую часть ВВП. Поэтому розничные продажи, потребительский спрос это важно. Фондовые индексы. Хочу отметить то, что... Продажи, вот эти после минуток ФРС, они были яркие, да, много просто продавали по рынку, никто не принимал этот объем это странно, тонкий рынок на самом деле. Но это указывает на то, что э, и покупателя не было лимитного, и предложения было достаточно. То есть многие боялись, что вот-вот цена упадет э, после обновления исторического максимума. Я считаю, что э, сильно бояться не стоит в ближайшее время. Рынок уже за закладывает вероятность повышения ставки, рынок уже готовится к тому, что тейп рынку ускоряется, э, поэтому э, лимитная поддержка она проявит себя, ее нужно только дождаться. То есть, если, если бы это было прям супер неожиданно для рынка, что вот ставку будем поднимать, то да, то, то тогда окей, может быть, и у нас и произошел бы там обновление предыдущих вот этих меню, 4500, 4400, но так как рынок готовили к этому, Павел неоднократно говорил о том, что э, они могут начать ужесточение намного раньше, и тут он сказал, что мы, скорее всего, будем начинать намного раньше. Ну, это, это уже было в ценах. Я думаю, многие фонды уже понимали, многие крупные деньги уже понимали это. Поэтому по, японцы, по американским индексам близи уровня наименьших выплат по опционам я буду рассматривать лонги. Либо момент, когда вот у нас будет происходить вот такой выход объема, да, большой объем на минимумах по фондовым индексам, вот тогда и есть смысл рассмотреть среднесрочный лонг где-то к. Uh, ну, скорее всего это будет уже ближе к середине сезона отчетности, да, он вот тут уже скоро будет начинаться, там uh, как раз основное давление пройдет, многие выходят, кто хочет, uh, многие uh, будут открывать позиции на сезоне отчетности, много объема проходит, и после сезона отчетности у нас уже начнется uh, плюс-минус тенденция. Пока что до этого времени я считаю, что мы будем вялую динамику показывать. Даже с учетом того, что рынок э, достаточно тонкий. Так, э, на этом, в принципе, все. Более, если придумаю что-то еще, э, дополню это в Телеграме. Сейчас посмотрим, может получится посмотреть спред между нефтью и мазутом. Там он как раз за месяц уже в районе 3% расхождения. Будет 4%, можно будет как раз заходить. Причем странно, что Мазут обновляет максимум, а нефть не обновляет э, свой максимум. То есть нефть, наоборот, вблизи своего минимума. И еще чуть-чуть. Следующая вкладочка. Да, э, как-то нужно будет решить эту проблемку с интернетом. Открывайся. Если у вас есть вопросы, вы можете писать их в комментариях под этим видео, либо писать в Телеграме, мне, в группу, ну, тегайте меня, чтобы я понимал, что этот вопрос мне. Вот, по поводу мазута и нефть, да, мы видим, что расхождение у нас уже 3 с хвостиком процента, 3,1 процента, в моменте оно чуть там побольше было. Вот, и ближе к 4 процентам, либо в момент, когда у нас появится хорошая точка спреда, точка входа по мазуту, например, в шорт, вот тогда можно будет рассмотреть позицию. Но через фьючерсы это торговать дорого получается. Там сложно подобрать плюс-минус одинаковую на эту позицию в, в две стороны. Поэтому есть смысл как раз отторговывать эти идеи через etf фонды, которые на своих балансах держат фьючерсы. Там намного более гибкие условия для построения своей позиции. На этом все. Всем хорошего дня, хорошей торговой недели. До встречи в пятницу, там мы подведем итоги и посмотрим, что интересного было на рынке. Текстовый обзор также подготовлю. Всем счастливо, до встречи.